Чего? В смысле, мамонты не должны так прыгать, эй? Что происходит? Что творится? Дружище, если ты видишь этот ролик, значит, ты собрал, ну, какое-то существенное количество лайков под прошлым роликом Stubbs. Если что, на него есть аннотация, которая вот тут. Вот тут есть аннотация. Переходи, посмотри, если там хочешь. Там очень весело, там очень классно, замечательно вообще. Если ты не видел, вдруг посмотри обязательно. А я продолжаю сражение своей великой Красной Армии. Вы что думаешь? Красная Армия, она такая, да. Значит, смотри, если у меня Красная Армия, я беру, значит, короля обезьян, ставлю, все, это вся моя армия. Очень сильно... Ух ты, что делают, смотри. Он целитель. Он целитель. А ты, подожди, а кто это? Это какой-то рыцарь гребаный. На! Смотри, он, короче, при ударе делает еще одного обезьяна. Ошуететь. Ты смотри, что делаем, а. Они друг друга лечат. Все, они побиты. Просто один король обезьян просто в сраку вынес целую армию. Охренеть. Что у нас здесь? У нас битва. Ты кто? Ты медведь? Ты медведь. Он моргает даже, там стоит. Так, ладно, я поставлю, знаешь что? Я просто поставлю мамонта. И сейчас посмотрим, кто из вас сможет замесить этого мамонта. Я даже не знаю, а кого. Давай валькирии сделаем. 4 штуки. Мамонт. О, смотри, вот так. Поймает? Не поймал его. Ой, там еще король. Охренеть. Это же король сильный. Топчи его. Топчи короля. Ой, кажется, он по-своему заехал. Забили мамонта. Прикинь, он стал добычей. Смотри, а как они валькирии-то умудрились, а? Ты посмотри, валькирии же сильные, пипец. Они же летают. Что это за магия такая? Они их разбили, как? Как вы можете летающих юнитов разбить так легко? Королева пиратов. Интересно, она крутая? Давай, королева пиратов и капитан. У них жизни зато должно быть много, да? Что-то мне кажется, они сейчас сдохнут, изи. Так, одного уже забили, осталась королева пиратов. Ух ты ж, что она делает, ты посмотри. Это было какое-то бешеное комбо. Ой, по ней попали топором. Только не умри, пожалуйста. Ты королева или не королева? Давай, королева с королем. Вот так бомбы раскидала, подпрыгнула, убила. Хорош, она убила короля. Сейчас в косине... Ох ты ж, лохудра пиратская. Соточка. Значит, за соточку я должен купить кого-то, кто убьет тебя, да? Кто же это может быть? Двое художников. А что они могут сделать? Тыкай его, кисочка его тыкай. Совсем с ума посходили эти всякие рыцари, а? Со своими крестовыми походами. Ты куда? Ты идиот! У нас должна быть великая битва. Вот, все, смотри, вот как делается. Бам, бам. Дальше кулаками. Ладно, сейчас посмотрим, чем за... Куда ты пошел? Сейчас они пока найдут путь друг к другу для встречи. Давай, кулаками ему сейчас по жбану прям. Давай, сходу. На, мимо. Да какой ты косой, ты... Господи, этот, у тебя враг перед тобой, а ты такой, на, в сторону. В смысле? Динамичится. Кидай. Ты нормальная, нет? Так, ладно, я тебя понял. А если вот так? Зачем ты к нему идешь? Стой там! Господи, армия. Армия идеальна. Крестьянин. Еще затыркаю просто вот так вот, и все. Крестьянами затыркаю. Поехали. Так, рыцарь глупый, рыцарь падать.
Один сейчас умрет. Не, не умер, хорош. Один почему... Три крестьяна зато... Вот это глазки! Вот это такая миленькая! Это прям как из аниме, ты посмотри, какая мечта! Эй! А это большеголовая почему-то выросла. Это лучники. Лучники задумали на меня напасть? Я сейчас метателя мечей сделаю. Они сейчас охренеют меня, наверное. А может быть, я охренею. Что ты можешь, чувак? У меня, смотри, руки в этой, в кандалах. Фига. 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 Ты что делаешь? Вау. Ни хрена себе, что он может. Етишки, псатишки-то, а? Так, подожди, а если сейчас вот четырех таких сделать? Смотри, вот так вот. Они сейчас нахрен их просто закидают. Да, что? Что? Почему? Нам нужно, знаешь, что делать? А нужно... Моих любимых давай, это обезьяньих королей. Они классные. И дракона одного. Не знаю зачем, пусть будет. Она сейчас подожжет нахрен и все. Ой, по носу дракону попали. Да вы что такие мощные? Вы чего такие мощные? Какого черта? Ну-ка посмотрим сейчас. Что вы сделаете им, а? Их много. Их просто максимум. Они сейчас дойдут до вас. Смотри, летит. Летит. Ну-ка, куда долетит? Бах! Хорош, полетело прям такое. Красивенько. Ну их сейчас расколупают, два счета, мне кажется. Вот, они дошли уже, сейчас все. Вот, одной уже не стало. Ладно, там кого-то что-то разорвало, и вообще плевать на самом деле. Крестьяне красавцы, их просто дофига. Мы просто взяли их количеством, понимаешь? Мы зерги в мире Табс. Нас очень много. Классно. И плодимся, прям как зерги. Так, пустыня. Пустыня, пустыня. Мы сражаемся с кем? С камнями? Давай мамонтов двух поставлю. Мамонты всегда беспроигрышный вариант. И давай костяных магов. Все. Кто? Против? Кто против нас? Я не понимаю. Пещера? Ого. Ого, их тут. Погляди, их там много. Мамонт заперся в пещеру. Он затолкал другого мамонта в пещеру. И походу он его насилует. Давай! Проходи! Бла-бла-бла-бла! Давай! Засовывайте мамонт, двух мамонтов! Это будут консервированные мамонты в пещерах, блин! Давай, тыркай его туда! Хорош! Поражение. Как это вышло? Я не понимаю. А чё? Как они проиграли-то, правда? Хорош! Смотри, прям залетел туда. Прям с разбега залетел. Давай, давай, месси. Хорош! С разбегов в жопу мамонту! Это же идеально. Давайте, сейчас еще костяные подойдут, они как жмахнут там. Ты только своих там не удари. Ногами он там что-то турдыркает. Он своего завалил. Ты нормальный, нет, мамонт? Что там происходит? В темноте, в пещере. Мамонт насилует людей? Вон там двое осталось. Я их еле вижу вообще. Давай, вижу только жопу мамонта. О, они кидаются камнями? Ах, вы подлые людишки. Куда труп мамонта, кстати, делся? Давай! Жопа мамонта или люди? Кто победит? Победа. Жопа мамонта победила кучу людей в пещере. И мы сделали консервированных мамонтов. Ты только вдумайся, блин. Это великая победа. Кутузову не снилось, серьезно. Я тебе говорю, это вот... Ух! Так. Зло. Какое зло мы можем сделать? Убийца тень. Нет, это не то. Воин веры, нет. А что мы можем за 180 взять такое? Опять крестьян кучу? Неинтересно. А, лучник-скелет. О, вот это вот интересно. Давай. Гори! Ладно, не гори. Сюда не могу, вот сюда могу.
Давай. Опа, загорелся. Ха, изи. Я сейчас тоже вам так засаду устрою. Вы что, думаете, вы такие крутые, что ли? У меня скелеты лучники. Вы хрен, что мне сделаете? Понятно? А если я еще сейчас обезьяньего короля натравлю на вас, вы вообще обосретесь. Все, готово, поехали. Сейчас просто битва по всем фронтам. Смотри, смотри. О, загорелся. Лишь бы мои сами не спустились, остальное все фигня. Смотри, они горят. Они просто горят все. Да ты идиот, что ли, зачем ты спустился? Ну ты глупый, что ли, ну? Зачем вы все спустились? Так, битва в лесу. Битва идет в лесу против какого-то огромного. Почему он больше, чем мои? Так, давай, вот там еще один чувак остался, по-моему, последний. Хорош, лучники, красавцы. Так, там остались еще внизу немножечко. Кто-то тут жив. Вон он у стен трахает. Ты что, да ты нормальный, а тебе, нет? И что, и как мне с ним сражаться? Попадают, попадают, молодцы. Победа? Вот так вот костяные лучники тащат. Мамонты. А что против мамонтов хорошо будет? Знаешь, что хорошо будет против мамонтов? Куча катапульт. Вот они в прошлый раз меня так замочили, просто славно. Просто офигеть, как больно было. Давай одно отсюда уберем. 4 на 4. И еще, знаешь что, поставим одного... Даже не одного. Вот так вот лучников. Немножечко. Все, а тут скелета. Воина. Все, погнали. Бам! Давай, заряжай, заряжай. Хорош. Так, один... Нет, не минус. Слушай, ну это мало. Залп какой-то никакущий. Вон мамонт горит. Мамонта отжариваем прямо в процессе битвы. О, тут еще живой? Ты че живой, друг мой, а? Что это? Вижу, у него глаза разные. Зрачки точнее, смотри. Маленькие и большие. Это не здорово. Это генно-модифицированные слоны. Генно-модифицированные мамонты. Неправильные мамонты. Наверх они точно не заберутся. Кто же победит? Кажется, сейчас лучники просто достреляют их и все. Они ничего не сделают. Ты же ничего не сделаешь лучникам, правда? Чего? В смысле, мамонты не должны так прыгать, эй? Что происходит? Это что творится? Что за камасутра слона с созданием? What the fuck? Один последний скелетик. Давай. Давай в глаз ему огненной стрелой. Только не упади, пожалуйста, прошу тебя. Вон там уже тот... Да как штука... Чё за фаталити? Ты под... В смысле? В смысле мамонт прыгнул в 3 своих роста? Мамонт! Ты знаешь, сколько он весит? Ну-ка попробуйте-ка со всеми ими разберитесь, да? Так, ладно, допустим. Тыквенная катапульта. Я не знаю, чем она отличается от обычной, пусть будет. Все, отправляем. Они умрут. Они стопудово умрут. Зачем вы идете? А, подожди, я обычных скелетов поставил. Я не лучников поставил. Я идиот. Я хотел поставить лучников, а поставил не лучников. Да как так-то? Ладно, может быть это сработает, кто знает. Что вы делаете здесь? Как ты... Как вы спустились по лестнице и умерли? Серьезно? Так, у нас дела плохи. Нас, кажется, сожрали. А тут что творится? Вы кого бьете-то? Вот этого одного. Он уже прям, он в окно уже пытается залезть. Ребята, оставьте его в покое. Пожалейте бедного скелета. Он и так его после смерти уже с вами сражается. Ну все, этому звезда пришла. На, все. Блин, почему они падают сами оттуда, ну? Больные ублюдки. Зачем вы оттуда падаете, не падаете оттуда? Просто поджигайте мягкий мех мамонтов. Они будут гореть.
Гори, гори, мой мамонт. А если есть мамонт, то должен быть и папонт. А вдруг это папонты, а не мамонты? Откуда мы знаем? Вот это точно папонт, посмотри на него, а. Утюка, батя пришел. Но мы его завалили. Ух, бедные папонты, конечно, да. Так, есть... Как катапульты туда поставил? Я не мог, знаете, когда я тут катапульты размещал, они на крышу поставили. Ну ладно, хорошо. Хорошо, я сейчас разберусь, подожди. Мы вот так вот, у нас вот тут пушки будут. Пушки-папушки. Все, это все пушки, которые мы можем поставить. На, сколько? Господи, она на стене. Это пушка-паук. Я пушка, но паук. Без меня вы все как без рук. Так. Как ты стреляешь так? Он на двух колесах? На этой... На катапульте был. Это нормально вообще? На двух колесах на катапульте. Ты, может, еще в дрифт зайдешь, там это... Дежавю, все дела. Так, хорошо, 250 монеток. 250 монеток, чтобы замочить это мурло. Давай, он падает. Он, нет, он не падает, он идиот. Чё? Чё? Чего? Это все благодаря моему таланту. Да-да-да. Молодец, Клюк, хороший мальчик. Блин, он просто упал. Подскользнулся, упал и умер. Эта игра не поддается логике. Боже, это же смешно. Так, там это пугало, да, по-моему, или не пугало? Что это такое? Ты что такое? Я не знаю, что это такое. А это что такое? Что за идиот с красной хренью? Типа алхимик, по-моему, да? Он вот так вот. А, давай, знаешь, что возьмем? Вот. Сеновал. В смысле сеновал? Что за сеновалы? Запускай. Запускай сеновалов. Катаются тут токи. А я мягенький, понятно? Мне насрать. Потому что я плюшевый, сучки. Я плюшевый. Ничего вы не сделаете. Че такой здоровый? Подожди. А че у них такой подбородок? Вы че генно модифицированный? А ты вообще здоровый почему такой? Генно модифицированные голубые. Нормально? Я за то, чтобы были здоровые голубые, а не генно модифицированные. Что это проявление нездоровья, не знаю. Меня это смущает. Хорошо, раз уж вы такие нехорошие, обезьяне и короли вас остановят. Один сам размотался. На! Утюки! Ты смотри, просто армия из ниоткуда. Мне так нравится. Просто из ниоткуда. Один раз врезал, как появилась армия. Смотри, 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 что творят, а? Усть-кука! Усть-кука! Сейчас все, все! Да все, сдавайтесь нахрен. Вы обезоружены. Обезьяне, короли просто... Блин, это мои любимчики, реально. Они просто теневых клонов делают, охренеть. Так, а можно мне еще? Я хочу еще этих обезьяньих королей. Вот я двоих могу сделать... И не знаю там, ну и дракона давай. Блин, а дракон там своих еще может поджечь. Не надо. Пусть ниндзя лучше стоят. Смотри, ты, давай, давай. Где? Одного завалили уже. Как это вышло? Он же когда ударял, у него всегда появлялась копия. Во. Во, хорош, пошло дело. Давай, 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 давай. Хорош. Так. Он еще жив! Он еще жив! Я думал, он умер уже, а он жив. Последнего. Последний. Последний удар. Нет, держись, король!
Держись, Куроль, давай. Кто на кого? На, скука. У нас две обезьяны. Но, какие они классные. Сколько не могу. Так, смотри. Пришел Синовал к нам. Синовал хочет утащить нас на Синовал. Мы его не позволим. Потому что у нас что? Потому что у нас к обезьяне и короли есть. К обезьяне и орали. Так. И, пускай ниндзя будут. Окей, еще раз. Вот точно такая же тактика. Посмотрим, что сделает один обезьяний король с этой кучей. Ты посмотри, смотри, что творится. Вот у них не всегда это срабатывает, типа, при ударе. Но если срабатывает, там, типа, может цепная реакция прям пойти. Смотри. То есть каждый клон может еще одного клона взять, потом еще одного клона. Утюка! Завалил! Просто вот... Охренеть! Я не понимаю, как это какая-то гребаная магия. Серьезно. Так, окей. Ты костяной повелитель. Я возьму кого-нибудь другого, чтобы тебя завалить. Давай посмотрим, кого я могу взять. Вампира. Дом. Я буду сосать твои кости, костяной повелитель. Он засосал. Вот это сосун. Я понимаю. Просто сосунище. Так, ребятки. Ну что, давай еще одного короля. Мне нравится, как это разносит. Просто из одного. Смотри, для эксперимента. Один король. Обезьян. Уже двое. Трое. Четверо. Пятеро. Трое уже опять. Уже двое. Да, так, не страшно, сейчас еще будут. Хорош. Боже мой, один. Один остел. Двое. Трое. Четверо. Да ладно. Да ладно, я не понимаю. Ты посмотри. Да это имба какая-то. Как? Один. Я даже бюджет просто по фану вот взял, просто не тратил больше. Один завалил такую кучу. Вау. Это прекрасно. Ребят, все, на этом мы закончим. Охренительно, мне кажется, веселая, классная, интересная игрушечка. Могу записать еще. Нужны от тебя лайки. Не буду от тебя скрывать. Мне очень нужны от тебя лайки. Вот, поэтому поставь их, если хочешь увидеть продолжение. А я пока на этом с тобой прощаюсь. Удачи тебе и бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.